Юля! Юль! Как твою сестренку звать? Аня. А? Аня. А еще какую сестренку звать? Ирина. А еще? Наташа. А братика? Дима. А бабу как звать? Ваня. А еще бабу как звать? Наташа. А ты кому в гости приехала? Здравствуйте. Иногда выглядит очень агрессивно, очень. Для того, чтобы... Для Сережи, скажи, да? Лица создать. Нужно, наверное, тренироваться не меньше, чем для того, чтобы нанести удар ногой. И как он это делает? Перед тем, а что ты там это снимаешь, называется, а? Да. Представить себе, как какую там? Людмила. Давай, она. Что у вас там? Я деревня, что ж теперь? Как-то. В деревню приехала сразу. Освоившийся? Сразу деревня стала. Деревня стала? Освоившись? А то у нас город большая, не маленькая деревня, только и все. А я вообще как чмо сижу и ничего. Ничего? Да. Ну ладно, да пойдет. Будет два чмо сидеть. Что, Сережка, споем, что ли? Не рано еще? Еще рано. А ты можем. Ты снимаешь или что? А нет, не горит лампочка, видишь? А нет, у меня это на большой горит, а на маленькой она не горит. Горит, да? А как моя лампочка горит? А тут вот на большой видно лампочку, когда камеру так, включил. Так тут мы не вместимся все. Вместитесь еще? Я-то и я отъеду сейчас. Ты куда? Так а что? Я вот туда хожу. Так где там сядешь? А если интересно? Ну прямо вот сюда давайте на диван, ничего, где ты это? Вот их снимай. Да? Чего у меня старика-то снимать? Ох, ой, ёлка, на мне сидит, а! Старик нашел. Старик, иди сюда. Ты еще моложе меня на 2 года. Подсаживайся, не забывай вот сюда это. Вот Сереж. А, да меня уже сняли. Когда успели? Сейчас вот. Там один фрагментик. Там. А. Немножко, да? А я потом это, как-нибудь с Видиком. Связала, да маленький. Видик возьму, привезу показать. Кого? А его сюда же можно поступить здесь? Конечно. Можно. А, Голдстар, да, можно. И что смотримся-то? Да хорошо, хорошо. Правда, вон, ничего. Голова-то. Ага. Хорошо, пойдем. Ладно. Наташка меня стригла в этот раз. А ты? Ну, да, нормально, да? Нормально, чего ты? Она, у меня, видишь, в тетку сдался волосы-то. Проволока, что так, что так. У тетки уже нет таких волос. А у меня тоже уже, видишь, у меня же... Я уже отвык от этой воды. Полгода, а хлорку нам набросили, видать, я сегодня тоже не могу взять. Полгода. Нет, что-то наряжаюсь. Полгода волос лез, как это. Фотографируйся. Вот перед операцией волос лез, вот так вот прям. И у меня половина волос тоже. После операции еще, а потом вот это взяла, этот hold the shoulders помыла, и ничего, нормально. Деды! Ну это, ты, тварь, иди наливай, помяните, я засниму, чтобы все видно было. Я не чикать, ничего, я не знаю, как ты... Да это же камера, это на телевизоре смотреть. Мы ездили за памятником вместе, поставили, все наладили с матерью. Это на телевизоре потом смотреть. Я как-нибудь с магнитофоном приеду, покажу. Ну давайте и подходите. Людмила, помяни. Там есть ничего. Помяни, Сана. Я запоминаю.
Ладно, хорошо. Так все, поле было. Мы вместе сидели, вспоминали все. Он был. Все, пол-литрочку взяли, пошли на кладбище в родительское. Это, видать, следы до собачьи, что ли? Родительское было. Он, наверное, 3 июня помер. Да, 4-го уже. Еще хорошо, вот эти паспорта еще не обвинили. Если бы казахский паспорт был, бы мы уже ничего не знали. Там же прописки-то у нас в наших паспортах нет. У нас надо в компьютер засунуть, чтобы узнать, где ты прописан. Это в Алмате только в компьютер. Мы письмо-то получили. Вот и перед отъездом получили письмо. Какое-то последнее. Ага. Это мать ее. Это отец. Бабонька с дяденькой Машковцем. Вот она сюда полюбовала, говорит, меня тут. А я вас сюда хотел. Вот сюда хотел, да. Потом там вообще раз Николай так ехал. Приятное вино уже хочем. Как сок, да? Да, что? Ага, приятненько винцо. А вы где-то... Ну, выпьем все, а ты твоя. Вот это... Ее не надо, она не... Смотрите, Ольга, фотографируйтесь. Вот, как будто стал снимать. О! Меня наставляют. Мишка серая, мать уже. Ну-ка, он не серый, мы голубые. Голубые? Да. Мы не серые, мы голубые. Кого надо будет все серые подбили? Тихо, тихо, Оля, Миша. Все уже начали. Вот, вот.